она нашей огромной стране дала потрясающее, еще раз, она нашей большой стране дала огромное количество очень талантливых музыкантов. Я вам скажу больше. С одной ярчайшей звездой из Уфы я играл в своей самой любимой программе телеканала «Россия Культура», клуб «Шаболовка 37», Екатерина Ямщикова, многожанровая певица, в репертуаре которой фолк, поп, ну и, конечно, джаз. И вот наш горячий open air продолжит Екатерина Ямщикова с композицией «Summer Time» Джорджа Гершвина. Встречаем! Добрый вечер, дорогие друзья. Очень счастлива, что на моей родине происходят такие замечательные события. Поздравляю вас с праздником, друзья. Straight up there.